Достижения кубанских производителей, собранные вместе, может увидеть каждый желающий. 4 октября в Краснодаре открылась 8-я агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка 2018». Ярмарка собрала 800 участников со всего Краснодарского края. Экспозиции поделены на 12 кластеров по отраслям – растениеводство, животноводство, садоводство, пивоварение, виноделие, аграрный туризм, изделия народных промыслов. Прилавки с продукцией фермеров заняли территорию в 3,5 гектаров. Ярмарку посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Со сцены он поздравил всех участников мероприятия и напомнил о важности ярмарки для развития экономики и инвестиционной привлекательности региона. На выставке побывал глава Северского района Адам Джерим. Он осмотрел павильоны и оценил качество сельскохозяйственной продукции местных производителей. На кубанской ярмарке наш район представляет 22 стенда. Продукция самая разнообразная – мед, фрукты, овощи, мясо, алкогольные и безалкогольные напитки, саженцы растений из питомников, а также сельскохозяйственное оборудование. Для каждого участника ярмарка – это большое событие. Здесь предприниматели могут не только сбыть свою продукцию на месте, но и завязать деловые знакомства, способные вылиться в долгосрочное выгодное сотрудничество. Ярмарка – это место встречи коллег, возможность поделиться опытом с другими и узнать что-то новое для улучшения своего бизнеса. Также на открытой площадке расположены сцены, места для зрителей, летнее кафе, где каждый желающий может отведать традиционные кубанские блюда. Продлится кубанская ярмарка до 7 октября. Глава района проконтролировал строительные и ремонтные работы на территории муниципалитета, сроки и качество их выполнения. В первую очередь руководитель посетил школу номер 4 поселка Фивский, где идет строительство универсального спортивного зала. Сумма работ более 16 миллионов рублей. В настоящий момент ведется возведение фундамента. Адам Джарим напомнил подрядчикам о соблюдении сроков и качества строительства. До конца года должно завершиться и строительство модульного здания на территории детского сада номер 41 станицы Смоленской с бюджетом около 14 миллионов рублей. Здание рассчитано на 50 мест для детей в возрасте до 3 лет. Это позволит обеспечить местами в детском саду не только жителей станицы Смоленская, но и поселка Фивский. Далее глава посетил строящийся кабинет врача общей практики в станице Крепостной. Медпункт должен отвечать всем современным требованиям. Строительство стало возможно благодаря финансовой поддержке администрации Краснодарского края и Министерства здравоохранения и завершится к концу этого года. Конечным пунктом стал Северский дом культуры, где ведется капитальный ремонт. Подводя итоги объезда, глава района обратил внимание специалистов администрации, контролирующих ход работ, на соблюдение сроков и качества строительства подрядными организациями. Самый светлый осенний праздник – день, когда хочется произносить только слова благодарности. 5 октября во всей России отмечается День Учителя. Не остался в стороне и Северский район. В Доме культуры поселка Афипский собрались работники образования со всего муниципалитета. Специально для виновников торжества выступали лучшие детские коллективы района. Заместитель главы муниципального образования Северский район Михаил Лысенко со сцены поздравил учителей, воспитателей и наставников, еще раз отметив значимость того бесценного труда, который выпал на долю педагога. Труд учителя не просто передача знаний, это воспитание ребенка, помощь в познании окружающего мира. Истинный педагог вкладывает душу в каждого ученика, переживает с ним все взлеты и падения. А это еще раз доказывает то, что учитель не просто профессия, а призвание. Пришло время высоких скоростей. Ты можешь быть быстрее, чем себе представляешь. Мы научим тебя. Дело за малым. Присоединяйся к нам и стань героем главной бизнес-истории Юга России. Легендарные спикеры. Истории провала и успеха. Технологии будущего. На форуме малого бизнеса «Дело за малым». Вот на таких необычных лодках, сделанных из гигантских тыкв, прошла регата на озере немецкого городка Ломар. Участникам надо проплыть дистанцию в 35 метров, удержаться на своем судне, да еще и постараться прийти первым. Ветер мешал плыть в любую сторону, но когда ты в ударе, все по плечу. Я думала, будет сложнее, но, конечно, было нелегко. В какое-то мгновение я подумала, что перевернусь. Несмотря на трудности, до финиша добирались все. Да, было очень горячее желание победить, прийти первой. В
четвертьфинал выходят 8 самых быстрых участников из мужской команды и столько же из женской, после чего состязание продолжается. Победитель получает награду в 200 евро, а если он вырастил тыкву сам, то 300. Это состязание, спорт и веселье. Отличное мероприятие для детей, и неважно, вымокли они или нет. Для гонки выращивают специальные тыквы. Минимальный вес плода 250 килограммов. И чем тяжелее участник, тем больше должна быть тыква.